Богу, настала пора тишины. В течение 2 суток мы не видим провокации и не слышим канонады, слава Богу. Потому что касается Новозовского, Пенинского района, есть проблемы по Донецкому аэропорту, по Дебальцево. Здесь, на территории Приазовья, слава Богу, соблюдаются условия. Сегодня приезжает большая группа делегации ОБСЕ вместе с представителями российской стороны. Их задача как раз будет мониторить район Новозовска, Безымина, в сторону Щербака, Роза-Люксембург, до Тельманова. И как раз от них зависит, насколько будет защищена наша граница.